Комплект обвеса эксцентрик на Honda HR-V, копия с оригинала. Комплект состоит из 4 арок. Одевается он под родные пороги, то есть переделки стандартных бамперов не нужно. Так, в данном случае в белом геле под покраску сделали с применением пластификатора 600 мата. Не знаю, может, конечно, маловато, но стремились пока добиться лучшей эластичности. Может быть, это и ни к чему, но примерка покажет. Так, ну сейчас пока смотрим. Здесь вот у нас как бы 0 градусов, тут уже 90. Ничего не хрустит. Все довольно-таки пластичное. То есть вот он сжимается, нигде ничего не хрустит. То есть при небольших ударах, ну понятно, всему есть свое мера. При небольших ударах держать будет.